При помощи программы 1С Бухгалтерия 8.3 можно оформить следующие кадровые операции. Прием на работу, оформление отпуска и отпуска без сохранения заработной платы, кадровый перевод и увольнение. Для отражения кадровых операций в программе используйте одноименные документы. В этом уроке разберем правила оформления документов для ведения кадрового учета. Начнем со справочников для ведения кадрового учета. Справочник «Физические лица». Располагается он в разделе «Зарплата и кадры». На панели навигации «Справочники и настройки» и находим здесь справочник «Физические лица». Открываем справочник. Данный справочник содержит информацию о персональных данных физлиц, в том числе тех, которые не являются сотрудниками организации. Создать новый элемент справочника можно, нажав на кнопку «Создать». Обращаю ваше внимание, что если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций, в справочнике физлица будут храниться данные физических лиц всех организаций. Поэтому в таком случае целесообразно создавать группы и, соответственно, в каждой группе хранить данные физлиц какой-то отдельной организации. Итак, вернемся к заполнению справочника «Физические лица». Ну, я уже открою заполненный элемент, заполненную форму. Итак, заполняем данными полное имя и заполняем личными данными физического лица. Дата рождения, ИНН, СНИЛС, пол, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность. Для отдельных данных ведется история. Соответственно, если физлицо меняет фамилию, например, да, после какого-то события, вышел замуж человек, то, соответственно, есть специальная ссылка «История ФИО», да, «История изменения имени физического лица». То есть можно кликнуть на эту ссылку и внести новые данные, дату, с которой вступил в силу изменения имени. И, соответственно, в истории ФИО, в истории изменения можно увидеть, какая фамилия, имя, отчество было на определенную дату. То есть это вот такая есть возможность хранить изменения, историю изменений фамилии. На закладке адреса и телефона указываем адрес по прописке, адрес проживания, адрес для информирования. Это вот что касается справочника «Физические лица». Также можно отдельно занести банковские счета физлица, лицевые счета, основные варианты перечисления сотруднику. Ну и обращаю ваше внимание на такие гиперссылки, как «Работа». По гиперссылке «Работа» можно увидеть информацию о должности. То есть о должности. То есть мы можем на работу принять сотрудника непосредственно из справочника «Физические лица». По закладке страхования мы можем указать сведения о страховом статусе. Закладка «Налог на доходы». Здесь мы можем указать определенный статус налогоплательщика. И в случае, если у физлица используется патент, то можем внести информацию, уведомление на авансовые платежи по патентам. Далее, на основании данных о физлице, когда внесли все необходимые личные данные, то, соответственно, можно после записи документа можно сформировать печатную форму согласия на обработку персональных данных, которую нужно, соответственно, распечатать и передать на подпись физическому лицу. Следующий справочник, к
который также используется в кадровом учете, справочник должности. Располагается он также в разделе «Зарплаты и кадры», «Справочники и настройки должности». Но справочник довольно-таки простой. Здесь мы заполняем наименование должности, можем отдельно указать наименование для записи о трудовой деятельности, краткое наименование, ну и подобрать трудовую функцию. Справочник вот несложный, собственно, вот они должности, которые в организации есть, имеются. Далее. Следующий справочник – это справочник сотрудники. В справочнике сотрудники располагается как раз-таки информация о лицах, которым производятся начисления. То есть, по сути, это те работники, которые числятся в организации. Располагается справочник в разделе также «Зарплаты и кадры». На панели навигации группа «Кадры». И вот, собственно, вот здесь у нас есть справочник «Сотрудники». Соответственно, это сотрудники в штате организации и люди, выполняющие также работы по договорам гражданско-правового характера. Ну и прочие лица, по которым производятся начисления. Располагается справочник, как я уже говорил, в разделе «Зарплата». При заполнении формы справочника «Сотрудники», вот я открою уже документ. При заполнении формы справочника «Сотрудники» в нее попадают, в эту форму попадают сведения из справочника «Физические лица». То есть вносим в поле ФИО фамилию человека, и, соответственно, программа подберет похожую фамилию из справочника физлица и предложит вам для внесения данных в справочник сотрудники. Справочник используется в качестве аналитики к счетам 70, 71, 73, 7604, 7610, 9803. Соответственно, после оформления документа «Прием на работу» в форме справочника мы можем уже выбрать информацию по, о том, как будем выплачивать зарплату, то есть способ выплаты зарплаты из закрытого списка. Да, вот у нас есть варианты наличными по зарплатному проекту на счет в банке. Можем указать в поле «Налог на доходы», можем указать, соответственно, ввести новые заявления на стандартные вычеты, либо уведомление налогового органа о праве на вычет. То есть, вот мы, собственно, можем... Как правило, стандартные вычеты есть у большинства сотрудников. Соответственно, как правило, это вычеты на детей. И здесь мы можем тоже добавить, соответственно, добавить тот или иной вычет, код и наименование, да, в зависимости от того, по какой причине осуществляется вычет НДФЛ. То есть здесь мы можем создать столько вычетов, сколько необходимо для того или иного работника. Это вот все тоже в форме справочник, в форме справочника сотрудники. Ну и также, опять же, условия страхования тоже здесь можем внести, заполнить статус застрахованного лица. Ну и другие данные, если таковые требуются. Далее, в справочнике, из справочника сотрудники мы, соответственно, можем оформить документ «Прием на работу». Ну, об этом документе мы поговорим отдельно. Итак, документ «Прием на работу». Ну, документ «Прием на работу» можно сформировать как из справочника сотрудники. Да, вот, к примеру, если мы создаем нового сотрудника, то мы, соответственно, можем непосредственно вот из формы сотрудник принять на работу этого сотрудника. То есть оформить документ «Прием на работу» непосредственно из справочника сотрудники. А также документ «Прием на работу» можно найти в разделе «Зарплаты и кадры», «Кадровые документы»,
кнопка «Создать», и вот у нас документ «Прием на работу». Документ «Прием на работу» регистрирует прием сотрудников на работу, устанавливает размер заработной платы, подразделение и должность. Вот, давайте мы его откроем, документ. Ну вот, собственно, форма документа «Прием на работу». Заполняем, указываем наименование документа, основания, даты есть, дата документа, дата приказа. Выбираем сотрудника, из справочника уже сотрудники, должность, из справочника должности. Можем также отдельно указать трудовую функцию. Обращаю ваше внимание, что поля, подчеркнуты красной линией, являются обязательными для заполнения. Далее нужно выбрать дату приема и при необходимости испытательный срок. Также указать вид занятости. Это может быть либо основное место работы, либо внешнее, либо внутреннее совместительство. Также подбираем начисление и размер начисления. Обращаю ваше внимание на вот такой вот флажок «Отразить в трудовой книжке». Этот флажок установлен по умолчанию, и его наличие отражает запись о приеме на работу в отчете СЗВ-ТД, который является неотъемлемой частью проекта перехода на электронные трудовые книжки. Что касается вида начисления, то есть мы подбираем начисление. Откуда мы подбираем данное начисление? Это начисление мы подбираем из специального перечня видов начислений. Этот перечень располагается в разделе «Зарплата и кадры», «Настройка зарплаты» и в сворачиваемой группе «Расчет зарплаты». Вот мы, собственно, можем обратиться к перечню видов начислений сотрудника. Вот мы видим, что по умолчанию в программе уже имеются вот такие вот виды начислений. Для каждого начисления мы можем настроить НДФЛ, то есть облагается, не облагается, указать код дохода, вид дохода для страховых взносов и также информацию о включается либо не включается в расходы по оплате труда и, соответственно, учитывается ли при расчете налога на прибыль. А также можно выбрать отдельно способ отражения в бухучете, да, то есть подобрать способ, к которому привязать еще и счета бухгалтерского учета. Да, вот, к примеру, отражение начислений по умолчанию. То есть данный способ, это значит, зарплата отражается на расходы по зарплате на 26-м счете. Это несколько слов по поводу начислений. Далее. И вернемся к документу «Прием на работу». Документ «Прием на работу» после заполнения всех необходимых полей формирует печатную форму приказа о приеме по форме Т1 и типовую форму трудового договора, которую можно использовать, в принципе, все основные данные там есть. Следующий документ кадровый – это отпуск и отпуск без сохранения оплаты. Документ «Отпуск и отпуск без сохранения оплаты» мы регистрируем «Отпуск сотрудника». Располагается, опять же, документ в разделе «Зарплата и кадры», «Кадровые документы», «Создать», «Отпуск». Документ «Отпуск» довольно-таки простой. Исполняем дату документа. Дату документа в базе, выбираем сотрудника из справочника, соответственно, сотрудники. Обращаемся к справочнику сотрудники. Отпуск с какого числа и по какое. И далее программа нам рассчитает отпускные, но это тема следующего урока. Документ «Отпуск и отпуск без сохранения заработной платы» позволяет нам распечатать приказ о предоставлении отпуска по форме Т6. Ну и следующий документ кадровый – это кадровый перевод.
Документ «Кадровый перевод» располагается также в разделе «Зарплата и кадры». «Кадровые документы», «Создать», «Кадровый перевод». Документ «Кадровый перевод» оформляет перевод сотрудника в другое подразделение или на другую должность. Если меняется начисление работнику, то нужно поставить галочку «Изменить начисление». Ну и либо если мы переводим в другое подразделение, то ставим галочку «Перевести в другое подразделение» и выбираем, соответственно, другое подразделение, куда мы переводим сотрудника. Предварительно, конечно же, указываем сотрудника в соответствующем поле. Выбираем поле. В поле «Сотрудник» выбираем сотрудника из справочника, соответственно, «Сотрудники». Также у нас есть галочка «Отразить в трудовой книжке», если в этом есть потребность, для того, чтобы данная галочка позволяет отразить запись о переводе в отчете СЗВТД. Ну и еще один кадровый документ – это документ увольнения. Документ увольнения также располагается в разделе «Зарплата и кадры». Выбираем «Кадровые документы», кнопка «Создать», «Увольнение». Документ увольнения, соответственно, регистрирует увольнение сотрудника. Заполните поле «Сотрудник», укажите дату документа, дату увольнения отдельно, указываем дату увольнения и подбираем статью Трудового кодекса, на основании которой происходит, собственно, увольнение. Далее, так, немножко у меня полетела вот форма. Также стоит галочка «Отразить в трудовой книжке». Тоже данная галочка позволяет отразить запись об увольнении в отчете СЗВТД. Текст для приказа, ну и, собственно, основание. Основание – заявление сотрудника, служебная записка, медицинское заключение. После того, как мы заполнили все необходимые данные, документ проводим, и на основании документа можно сформировать приказ об увольнении по форме Т-8. Итак, в этом уроке мы разобрали кадровые документы в программе 1С Бухгалтерия 8.3.